Сотни юных спортсменов. Заплыв за заплывом. В бассейне ДОСАФ ежегодно апрель начинается с первенства города. Здесь сейчас у нас участвует самая младшая возрастная категория. Это 16-17 год рождения. Соревнования для этой возрастной категории впервые в жизни такого масштаба. Поэтому мы надеемся, что они покажут неплохие результаты. Собраться с мыслями, поправить шапочку, закрепить очки. Совсем маленькие, а все делают как профессионалы. Очень хорошо плыли, и вот даже вон мой друг там сидит. Я думаю, что он тоже хорошо проплывет, как я. Я довольна результатом, мне понравилось. А я как только пришла сюда, я очень заволновалась, мне было страшно. Сейчас я уже все поняла, мне легко. Настроены серьезно, внимательны ко всем деталям. Ради этого и тренируются. Шестой заплыв, пятая дорожка. Это чтобы не забыть? Да, нам сказала Виктория Геннадьевна. Они для меня очень важные. И как бы я жить без них не могу, потому что всегда же человеку надо доказать свои усилия. Брянские пловцы регулярно демонстрируют высокие результаты. У нас вообще был большой отбор. Это чемпионат и первенство ЦФО проходило в марте месяце в Обнинске. И там наша команда отобралась на целый ряд соревнований. Это чемпионат России, это первенство России среди юношей. Начинали ребята с таких же соревнований, а сейчас они пример для юных пловцов, делающих свои первые шаги в большом спорте. Кирилл Новиков, Алексей Рязанцев, Брянск.